Эй, всем привет! Вы не поверите, но на стационар приехала, о боже, сова. Я понятия не имею, что там с совой и что там за сова. Знаю только, что это ушанка. Да, не забываем, ушастые совы — это самый массовый вид сов, самый многочисленный средней полосы России, поэтому логично, что ушанок сыпется много. Подобрали ее из-под ворон в черте Москвы. Собственно, естественно, подумали, что это маленький милый совеночек, ну потому что как бы уже все лето, тепло, сова не крупная, значит, это 100 пудов совеночек, еще и сидит спокойно, в ручки дает, точно совеночек. Вот, но это взрослая ушанка, и даже не открыв коробки, я это знаю, потому что перенаправила я их на Веру Пахомову из Центра реабилитации Воронье гнездо. Это наши коллеги по волонтеру по реабилитации диких птиц, которые находятся в Москве. Поскольку я в ближайшем Подмосковье, до меня довозят птиц такие только самые стойкие, нашедшие. Вот, а остальные решают создать геморрой всем и побольше, да, поэтому, ну, как бы приходится перенаправлять их на коллег в Москве, чтобы они привезли коллегам в Москве, а коллеги в Москве уже приняли и передали мне в Подмосковье, потому что иначе совы усасываются куда-то в небытие, не доезжают вообще ни до кого, там из серии мы отдали в зоопарк, отдали еще куда-то, где эти совы на самом деле нафиг не нужны, вот, и никто их лечением, обследованием заниматься не будет. Вот, ну, собственно, суть в чем. Я позвонила Вере и предупредила ее, что сейчас передадут совенка. Я не видела ни фото, ни видео. Я просто, скажу так, по умолчанию приняла. Ну, как бы сову нашли, окей, мы готовы принять, место есть. Вот, и, собственно, позвонила Вере, предупредила ее, что сейчас привезут слетка совы какого-то вида. Мол, прими, передержи, отправь вечером мне. Вера сказала окей. После чего через несколько часов мне пришла очень загадочная смс-ка на предмет «Тебе стало скучно, поэтому ты принимаешь птиц не глядя». Вот, ну и, собственно, я уточнила, позвонила ей, уточнила, потому что у меня задергался глаз, и думаю, может быть, там не сова вообще, не совёночек, а тетеревятник какой-нибудь, который мне не очень вписывается в масштаб реабилитации в квартире. Вот, ну, благо, оказалось, все просто, это просто была взрослая ушастая сова. Сова не очень приветлива, она, видимо, отсиделась, ей стало... Нет, мои ножки, не надо мне ножками. Та-дам, явление Христа народу. Так, мы сейчас будем смотреть, но помимо того, что ты в говняшках извозёхалась, а свежие какашки у нас есть. О-о-о, слушайте, это прям продвинутая и крутая сова, потому что она нам оставила даже свежие какашки, которые мы сейчас будем микроскопировать. Вот, собственно, сейчас мы ее будем посмотреть, потому что, собственно, надо понять, что с ней, надо понять, есть ли какие-то серьезные повреждения, или прошлогодок дурак. Здесь вот уже концы махов погнутые, это не очень хороший вариант для выпуска, это надо будет прямо сейчас сразу брать и отпаривать, потому что если оно погнется дальше и поломается, то придется ее наперивать, либо ждать линьки. В общем, такой плохой вариант. Сова должна выпускаться в идеальном пере. Это если она выпускная, если не стерин. Если мы сейчас никаких трендецов у нее не найдем. Ну, здесь тоже погнутые немножко, но это уже такие дефекты после коробочки. Да, да. Ты такой самец, что ли, какой-то некрупный. Хотя нет, лапы большие достаточно. Ну, сейчас взвесим, посмотрим. Обычно у них все, что больше 230 граммов, даже если имеет маленькие лапки, это самцы, а все, что больше 230 граммов, фу, заговорилась, сову щупаю, задумалась, все, что меньше 230 граммов, это самцы, все, что больше 230 граммов, это всегда самки, даже если лапки тоненькие, узенькие, маленькие. Ну, это, по крайней мере, это примерная статистика, которую я собрала и по живым птицам, и по вскрытиям по погибшим птицам. Упитанные, нормальные, красивые. Ну а что, ты просто дурак и летел через город и неудачно летел? У меня есть ощущение, на самом деле, что он до этого впечатался, может быть, куда-то в провода, в здание, или, может быть, его машиной задело, потому что здесь у нас на восковице ссадина, которая не характерна для травм врановых, потому что вообще это какая-то, ну, вот,
соединяющая от удара прямого куда-то в стекло, в провода, уж не знаю куда, в машину. Я пока не вижу никакого криминала, на самом деле, не вижу и не нащупываю. То есть по костям товарищ целый. То есть помимо крылья всегда проверяем ключицу и кракоидную кость, потому что визуально сова может выглядеть ровной и красивой, но при этом не летать, да, и не летают они обычно именно из-за травм кракоидов и ключиц, потому что визуально никакой асимметрии крыльев, переломы кракоида и ключицы визуально не вызывают, да, то есть птичка выглядит нормально, но при этом летать не может. Нет, и лопатки у нас целые, такой приятственный вполне. Сейчас мы посмотрим, да. Ну, нюхаю рот. Так, в принципе, ничего, рот. На борту куча червяков! Как ты прекрасен, боже ж ты мой! Я не знаю, поймает эта камера или нет. За языком нет, камера, наверное, не поймает. Ну ладно, я сейчас отсоединю и покажу. Это гельминты... Тихо. Это гельминты рода Дисфарингс, нематоды круглые. Блин, я говорю не очень грамотно, потому что у меня руки отвлекаются на сову, поэтому я заранее прошу прощения за какие-то ляпы. Ну, в общем-то, они будут. Сейчас мы возьмем какую-нибудь прекрасную мисочку, куда будем замачивать наших дисфарингсов. И будем все это добро вычленять. Да, мой хороший. То, что ты буйный, это прекрасно. Это значит, что, в принципе, скорее всего, если я сейчас по тебе ничего плохого не нащупаю, не наслушаю, я смогу тебя просто обработать от паразитов, накормить и выпнуть. Ну, окольцевать и выпнуть. Сейчас мы будем... Ай-яй-яй-яй, ты меня за палец ешь. Взрослых особей проще... Собственно, ну вот пинцетиком поснимать, а потом уже вколоть профилактическую еще и глистогоночку. Считаем. Давайте считаем вместе. Раз, два. Тут еще попалась маленькая, три. Я прям опытом их выщипываю. Раньше, причем эта инвазия дисфарингсами, она была характерна все-таки для югов. А сейчас она 4. Все чаще появляется и у наших ушанок в средней полосе. Так что гельминты кочуют. А чё так мало? Ты такой скромный, да? Вот поэтому у тебя, наверное, изо рта и пованивает, что у тебя тут все глистиками заселено. Ну, как-то да, скромно. У хищников достаточно... широкий и растяжимый пищевод, чтобы, естественно, можно было проглатывать крупные кормовые объекты, например, там грызунов целиком, да, быстренько взял, в себя заел, пока никакая там ворона не отняла у тебя ничего, и полетел дальше. Вот, и, собственно, можно прям хорошенько просмотреть и верхнюю треть пищевода, и среднюю треть пищевода, когда птица расслабляет этот пищевод. Вот, и как-то, да, как-то скромно у нас, только 4 товарищей. Сейчас мы дакушку покажем покрупнее. Крупным планом. Ну, красота. Шевелятся. Тусовщики. Такие не крупные, в принципе, никаких серьезных проблем не вызывают. Живут либо в пищеводе, либо в зеле. То есть они, в принципе, больше нигде особо и не паразитируют. А реже в литературе встречала упоминание, что могут паразитировать в железистом желудке. Но сама не видела, на вскрытиях тоже не замечала. То есть обычно все-таки это именно зев. Причем конкретно на ушастых совок почему-то они отрываются. То есть у других сов, по-моему, вообще не встречала. Да ладно, но у меня очки пытаются снять. Сова, блин, отвратительно. Ты такой упоротый, посмотри в камеру. В камеру посмотри, туда, человек, туда.
ну, почти. Нет, пока мне этот товарищ на самом деле нравится. То есть, в принципе, это такой вариант, которому надо чуть-чуть помочь. И, скорее всего, это какой-то поздний мигрант через город. Не злись. Угу. Дыхательной системе чистый, молодец. Давай вторую сторону. Чистый, молодец. Три точки аускультации на любой птичке. Это бок под одним крылом, бок под вторым крылом, под плечевым суставом. Здесь прослушиваются легкие, в основном средняя и нижняя треть легких, и воздухоносные мешки грудные. И со спины, третья точка, грубо говоря, между лопатками, здесь прослушиваются верхняя, средняя, нижняя треть легких и устье воздухоносных мешков. Вот он чистый по дыханию, молодец. Короче, пока мне все нравится. Сейчас мы посмотрим от него какаху. Сейчас мы еще проверим зрачковый рефлекс. Посмотрим от него какаху. В уши я ему еще слазю. И, в принципе, если у нас все окей, то я отпарю ему перо, пущу полетать по комнате. Да, и, в принципе, все. Если он нормальный, то сегодня вечером мы поедем, да, выпустим. Вот, то есть... такие, ну, как бы, ну, да, ну, неудачник, ну, что поделаешь. Ну, то есть сильно не поколоченный, хорошо. Зрачковый рефлекс проверяем банально фонариком. Фонариком. О, глаз. Да ладно, ну, не вони. Такой ты противный, да, такой ты противный. Еще удобно как раз, когда смотришь фонариком зрачковый рефлекс, посмотреть глаза на просвет в косом свете, в частности переднюю камеру и хрусталик, потому что у сов очень часто травмы, когда им там стучат по башке вороны или когда они попадут под машину или врежутся в здание, сильно на глазах незаметны, но они есть. То есть там есть какое-нибудь мелкие кровоизлияния, какие-нибудь мелкие разрывы радужки, локальные катаракты посттравматические. Ну, этот нет, этот прям в рубашке родился. Молодец. Так, сейчас пойдем отпаривать. Итак, сейчас будем топить сову. Включаем просто максимально горячую воду. Можно это делать, на самом деле, и набрав кружку кипятка, и, соответственно, просто окуная в кипяток. Но это ж надо еще чайник вскипятить, кружку набрать, боже мой. А тут из крана течет, готово. Вот, и, в принципе, пускаем просто по перу. Расправится оно само. Нам надо просто его заводнить и нагреть. То есть, соответственно, влажность плюс высокая температура. На самом деле, такие незначительные дефекты можно, как вариант, еще надо горячим паром отпаривать. То есть, поставить чайник кипятиться и не набирать воды в кружечку, а просто, соответственно, поставить, когда чайник начнет кипеть, вот эти вот кончики пера над чайником. Так, ну вот, собственно, все. Оно хоп и выпрямилось. Сейчас мы его посадим сушиться. Ты такой молодец. Ты такой не геморройный. Как хорошая сова. Мы ему вколем еще препаратов, естественно, для улучшения циркуляции крови в области головы. Это, в принципе, явно не будет лишним после того, как вороны настучали, хотя признаков черепно-мозговой у него нету. То есть он нормальный, холеричный, активный, злобненький, хорошо реагирует на все раздражители, тактильные, визуальные, звуковые. Очень хочет накостылять, хорошо работают лапы, крылья. То есть, ну, вот он прям молодец-молодец, это достаточно простой случай. Собственно, таким обычно колем препараты для улучшения кровообращения, антиоксиданты, глистогонку. Сейчас посмотрим, что у него еще живет из паразитов. Если там набор какой-то не адовый, то, собственно, зачем задерживать в неволе птицу, которую можно быстро вернуть в естественную среду обитания и минимизировать стресс от нахождения в неволе. Да, то есть залечивать хорошего ровного дикаря тоже смысла нет особо.
Ну, то есть, грубо говоря, он получит витаминки, антиоксиданты, препараты для улучшения циркуляции, обработку от паразитов. Да и все. Так, все. Хвост мы тоже подотпарили. Дальше это... Извините. Ну, подожди, друг. Промакивать я не люблю, потому что опять начнем жмякать, мацать сильно перо. Поэтому, извиняюсь, лучше стряхнуть сову. Все, сейчас мы его сажаем в коробочку. Ты такой противный. Такой ты противный, противный. Сажаем в коробочку и потом микроскопировать. Какашка совы в микроскоп на среднем увеличении. Собственно, одно единственное поле зрения с одной единственной... яйцой, господи, что у меня сегодня с языком, с одним единственным на весь препарат яйцом капиллярии. Красивое, золотистое, мне понравилось. Собственно, то есть сильной инвазии паразитами нету, глистогонку мы уколем, и более того, с охотой у него все было хорошо и с добычей пищи, потому что вокруг валяются, как видно, вот эти вот черные, чем-то похожи на спички, на обгорелые. Это фрагменты шерсти, то есть он ел кого-то из грызунов, успешно охотился. Микробный фон в целом у него тоже нормальный, то есть, ну, прям хорошая сова. Хорошая, поэтому мы ему сейчас немножко поможем препаратами и будем выпускать. Так, ну, на полеты я его проверила не на камеру, потому что снимать, ловить шарахающуюся по квартире сову — это такое себе. И летает он хорошо. И летает хорошо, и препятствия обходит хорошо в полете, поэтому, в принципе... Он меня никак не смущает. Сейчас получит свою пачку волшебных инъекций. И сегодня же вечером выпустим. Плюс надо будет его покормить. Потому что хочет он, не хочет. Это дело десятое. На волю будь добр, с полным пузом улетай. Потому что, соответственно, у тебя тогда будет фора где-то прям дня два при хорошей упитанности. И будучи накормленным прям в полное пузо. Соответственно... Даже если птица первые дни не сориентируется на новом месте, не найдет добычу, удачно не сохотится, она будет сытая, она не потеряет веса, у нее не будет как таковых проблем. Поэтому сегодня вечером... Давайте так, если кто-то захочет присоединиться, если кто-то живет относительно рядом, то 10 вечера, 22:00 сегодня, господи, какое сегодня число, 17 мая, улица Лухмановская, дом 37, для ориентира это стеклянное здание с зеркальными фасадами, которое стоит впритык к Салтыковскому лесопарку. Вот, соответственно, выпускать будем там. Так, сейчас мы допьем наше лекарство. Если кто-то успеет, без проблем присоединяйтесь, я буду рада. Я вас дождусь, если что, соответственно, около этой стекляшки у входа в кофейню, например. Ждать я вас буду с 22 ровно до, например, 22:15. Если будете прям совсем люто опаздывать и прям там где-нибудь на полчаса, дольше получаса ждать не будем, вот, то на всякий случай напишу свой номер телефона в комментариях под этим видео, ну, в описании, в комментариях, то он зачем. Вот, если что, тогда, соответственно, смс-те, либо звоните мне на телефон и предупреждайте о том, что опоздаете и надо, надо вас дождаться. Сейчас мы его тогда окольцуем, покормим пихом и посадим в коробочку сушиться и дождаться выпуска. Так, поехали, кольцуемся. Здесь нам нужно полотенце для украшения строптивов. Динс, динс. Хвост подсыхает, наш, да, хвост подсыхает, махи почти высохли. Так, сначала мы навешиваем на птицу орнитологическое кольцо. Это кольцо с номером. Номера, естественно, не повторяющиеся. Каждое кольцо, номер кольца уникален. Выдаются они кольцевателям, центром кольцевания птиц России, он у нас единый. Один единственный неповторимый. Вот, я, в принципе, очень рада, что я являюсь кольцевателем, потому что это один из немногих вариантов, когда ты можешь отслеживать дальнейшую судьбу, собирать какую-то статистику по тому, что ты делаешь правильно, что ты делаешь неправильно. Сейчас мы стык-стык, есть, все. Вот,
Собственно, здесь незамысловатые буковки, которые обозначают серию колец с определенным размером, индивидуальный номер кольца и приписка «Москва». «Москва» — это не значит, что кольцо в Москве. Это значит, что кольцо выдано Московским центром кольцевания, то бишь оно же центр кольцевания птиц России. То есть если вы поймали птичку с кольцом «Москва» или нашли труп птички с кольцом «Москва» где-нибудь в Геленджике, это значит, что просто ее кольцевал орнитолог, который получает кольца в центре кольцевания птиц России. А, собственно, у нас их все орнитологи по стране получают в одном и том же центре. И на вторую лапу мы навешиваем кольцо именное. Это уже моя фича, я их заказываю специально у мастеров. На них нанесена гравировка с моим номером телефона, и, собственно, это такая моя перестраховка на предмет того, что если птицу найдут не погибшей, а еще живой, то со мной смогут оперативно связаться, и я смогу птице помочь еще раз. Так, потому что, естественно, кольца центра кольцевания, вот эти вот орнитологические, они не содержат никакой информации, никаких там контактов и так далее. То есть, по идее, просто человек, который нашел окольцованную птицу, должен сообщить данные с кольца в центр кольцевания птиц России. Это можно сделать обычной почтой, это можно сделать электронной почтой, проще всего, конечно, на электронную почту им официальную написать, и это касается любых абсолютно колец, даже если это кольца иностранных центров кольцевания, все равно мы сообщаем в центр кольцевания птиц России, а они уже дальше подают запрос в иностранный центр. Вот. Поскольку я как бы реабилитатор, да, а не там орнитолог, который собирает статистику просто, вот, хотелось бы максимально перестраховать птицу, если она попадет второй раз в руки к людям, поэтому, соответственно, я вам заказала с индивидуальной гравировкой еще свои кольца. Кольца, естественно, никак не мешают, и почему-то народ думает, что металлические кольца должны отмораживать лапу. Ну, вы когда обручальные кольца там зимой носите, да, у вас палец-то под ними не отмораживается. Плюс не забываем, что у птичек очень высокая температура тела, и плюс птички, как бы, в принципе, которые сталкиваются с холодами, с морозами, они к этим условиям приспособлены, да. То есть почему, например, у чаек в ледяной воде зимой не отмерзают ножки? Ну, потому что. Вот, и ножки с кольцами точно так же не отмерзают. Так, дальше мы сейчас будем кормиться, и кормиться мы будем целиковой мышкой, не крупной. Поэтому, если кому-то неприятен вид мыши, ай-яй-яй, вид моего укусанного пальца, не матерись, не матерись, вот, то лучше отвернуться. Сейчас мы загрузим в товарища мыша. Давай, влезет. Влезет. Что, я вас не знаю, что ли? Это вы только кажетесь маленькими. Я говорила про то, что пищевод большой в начале видео. Ну вот, собственно, давай. Давай, чушня, давай. Давай глотаем. Блин, я руками своими тебя замацаю. Давай. Шустренько, радостно, чтоб я тебе там куски все эти не размазывала. Мы тебе по пищеводу эту мышь прогоняем. Вниз поглубже. Хошь ты этого или не хошь. Давай, ти-р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 и. Все, молодец, красавчик. Сейчас она допровалится, и из него перестанет торчать вот этот восхитительный... А, она уже проваливается, из него перестает торчать восхитительный хвостик, который выглядит как зубочистка. Ну, собственно, все. Пациент нафаршированный, готов к употреблению. Собственно, 22 часа, Лухмановская, дом 37. Я вас жду, если кто-то из вас успеет. Если не успеет, значит, пойду я хищно в одиночество выпускать сову.